что учить людей чему-то. Ну ладно, вот есть кулинарные какие-то вещи, есть какие-то политические шоу, тоже надо выборочно, но есть ужасные политические. Потом это человеческие постоянные бойни друг с другом, все ругаются, все друг друга оскорбляют, понимаете, канал на канал прет, в ток-шоу люди просто совершенно ведут себя, ну, отвратительно порой, даже не уважая друг друга.